Добрый день, с вами Blackhead, и сегодня вам покажу, как действуют детали из новой фракции, которую ведут. Вот, все, погнали. Это еще одно видео. Вот так, мы будем въезжать. Бочком можно ездить, и также, ну, когда вы боком едете, дамажится машине. Ломаются колеса, ну, и дальше уже. Сама разрушается. Даже вы видите новую кабину и дробовики. С помощью кабины вот так можно будет резать. Довольно хороший дамаг в нее. Сзади машина там непонятно, что стоит. Вот так у нас работают дробовики новые. Видите? Топово. Уже захотелось, уже жду, когда можно будет их скрафтить. Прям жду, не дождусь. Как красиво они у нас отлетают. Ну и на этом все, потому что больше ничего нового тут показывать не будут. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите комментарии, что вы об этом думаете, что вы из этого вы хотите. Я, например, очень желаю ходовую. Ну и эти дробовики. А также зайдите друзей. Можете в ВК репостите, ну, это видео. Подписывайтесь. Пока!